Началась неделя с бурных обсуждений жалобы жильцов дома номер 27 по улице Летной. Напомню, мы снимали сюжет, в котором подробно объяснили их позицию. Однако уже в комментариях мнения жителей разделились. Кто-то по-прежнему утверждает, что стройка не нужна, а кому-то нравится идея восстановить дом быта. Ой, ладно, страху нагнали. Там по плану будет дом быта на 2 этажа, площадью 260 квадратов. Поставили временный забор, он и отнял у нас 2,5 машиноместа. Застройщик обещает после демонтажа еще 8 дополнительных мест для парковки. Закидайте меня тряпками, но то, что строят, гораздо лучше. Тем более у них есть документальное разрешение на строительство. А у нас разрешения на прекращение стройки нет. Житель округа в Яндекс.Районе написал о том, что нашел в лесу интересный гриб высотой в 30-40 сантиметров, а шляпа размером с хорошую тарелку. На вид мухомор мухомором. Однако оказалось, что это зонтик пестрый, гриб, считающийся чуть ли не деликатесом. Комментаторы поблагодарили автора за информацию, но пробовать, пишут, не будут. От грибов к экологической катастрофе, которая оказалась не такой уж и катастрофой. Вечером среды абсолютно все социальные сети трещали по швам от постов, в которых яуза стала ядовито-зеленого цвета. На первый взгляд картина ужасает, но все быстро поняли, что яркий оттенок воде придал пищевой краситель, который специалисты Мытищинской теплосети добавляют теплоноситель, чтобы найти прорыв в трубопроводе. Все обошлось лишь шутками про тархун и болото Шрека. Ни одна уточка не пострадала. Помимо оперативных действий сотрудников теплосети, убрать зеленый цвет из реки помог проливной дождь. 2 дня подряд мытищинские инстаграм-аккаунты пополнялись видео и фото молний. Признайтесь, наверняка и вы успели запечатлеть это эффектное природное явление. С вами был Кирилл Тридуб и обзор социальных сетей. До связи!